Китае от нового коронавируса погибли уже 9 человек. Всего в стране 440 зараженных. Вирус передается при контакте с переносчиком и вызывает пневмонию. Не исключены его мутации и дальнейшее распространение, так говорят китайские власти. Но отмечают, в настоящий момент вспышку можно считать локализованной. Большое внимание сейчас уделяется профилактике. Так в Шанхае дезинфицируют улицы. В аэропортах многих стран, в том числе и в России, усилили санитарный контроль. Первый случай заболевания подтвердили в США. Заразившийся посещал город Ухань, откуда изначально и распространился этот вирус. Четверо больных есть в Таиланде, трое китайских туристов и местная жительница. По одному в Южной Корее и Японии. Накануне в российском Минздраве коронавирус назвали биологической угрозой. Российские ученые планируют создать вакцину в течение полугода. Разработкой лекарства занимаются и в Соединенных Штатах. Сегодня комитет экспертов ВОЗ на экстренном заседании оценит, может ли это заболевание представлять угрозу международной безопасности. Если подтвердится, будет объявлена чрезвычайная ситуация. За время существования ВОЗа такое случалось всего 5 раз.